синем трико его соперник из Турции Паша Экрем Карабулут. И его соперник Паша Экрем Карабулут, бронзовый призер первенства мира среди юниоров 2019 года. Что касается Ислама Айбуева, он бронзовый призер первенства Европы среди юниоров 2019 года. Схватка начинается. Ислам Айбуев у нас в красном трико. Поединок за бронзу. И его соперник Паша Экрема Карабулут в синем. На ковре сильнейших борцов турнира. Попытка прохода. 10 поединков за первое место и золотые медали по греко-римской и вольной борьбе. В двух весовых категориях уже определились победители. Красным трико выступает Ислам Абуев. Азербайджан, город Баку. Жамурат Аджиев его тренирует. Работа в центре. Победитель первенства Европы. И серебряная еще медаль на первенстве Европы. Ну и вот рефери делает предупреждение. Карабулуту, Паше Экрему. Азербайджан. Пошло у него сейчас пассивное время. Ему нужно взять балл. Или перевести в партер, или вытолкнуть за пределы ковра. В общем, заработать балл, иначе уйдет его соперник. Но мы знаем, что в этом весе 125 килограммов, как правило, не так много активных действий. Хотя, опять же, смотря кто борется. Мы помним схватки Гино Петриашвили, который постоянно тоже прессингует, атакует. Сейчас является, пожалуй, первым номером мирового рейтинга вольной борьбы. Вот. Как раз. Ну и вот его схватки, конечно, они впечатляют. Почти сравняли уже счет с предыдущими 5 поединками, где побеждали синий. В синем трико выступает спортсмен из Турции. 40 секунд до конца. Ислам ведет в счете. Бронзовые медали первенства мира среди молодежи. И бронзовый призер чемпионата Турции. И пока Паша Экрем ничего не может с этим поделать. Другое дело, что, скорее всего, во втором периоде, если Паша Экрем включится чуть больше, то пассивным борцом будет признан уже Ислам. И тогда пойдет пассивное время у него. Попытка сейчас была прохода в корпус, но лишь на обозначение. Первый период завершен. Пока 1-0 впереди Абуев. Думаем, что счет изменится. Супер вес 125 килограммов. Ждем продолжения. Второй период. Счет 1-0. Ислам Айбуев по-прежнему ведет. И вот сейчас побежал прямо вперед на него Паша Экрем. Заработал 2 балла. 2-1. Жесткая очень атака. 2-1. Вот сейчас будет интересно, как отреагирует на это Ислам Айбуев. Что будет делать? Попытка сейчас пройти в одну ногу. Неудачно.
сбрасывает захват. И вот Паша Экрем заработал еще 2 балла. 4-1. Уже такое весомое преимущество вырисовывается у представителя команды Турции. Так, что случилось? Рефери прерывает схватку. Так, зовут врача. Или нет? Нет, просто попросили убрать. Видимо, мокро. На ковре. Ждем продолжения. Но я вижу, что там и медики что-то делают. Да, подоспели они. К Исламу Айбуеву. Может быть, какое-то рассечение. Может быть, кровь из носа пошла. Да, по всей видимости, из носа. Или прикусил язык. Такое тоже бывает в связи со столкновением. Да, как говорил Дэн Гейбл, олимпийский чемпион из Соединенных Штатов Америки, если ты хотя бы однажды боролся, все остальное в мире покажется тебе легкой прогулкой. Итак, схватка продолжается. Попытался зайти сейчас за спину. Неплохо. Ислам Айбуев. Но нет, не получилось. И Паша Экрем еще 2 балла зарабатывает за перевод в партер. Счет становится 6-1. Рефери поднимает. И опять требуется помощь врача. Кстати, согласно правилам борьбы, если идет кровь из носа там, и так далее, не более 4 минут разрешается оказывать помощь. Итак, снова оказывается помощь. Схватка возобновляется. Шесть один. Полторы минуты до конца. Паша Экрем Карабулут ведет. Исламу Айбуеву. Вот сейчас у него получается подхватить ногу. Будет ли? Нет, не получилось подсечь вторую. И вот здесь выталкивание. 1 балл. 6-2. Активизировался борец в красном трико, Буев, но не доводит до конца все свои атаки.
результаты, счет сохраняется. И вот еще один балл проиграл. Последняя минута. Ну, фактически еще полторы. Полторы бороться. Паша и Крем. А нет, мы видим, что здесь у нас время остановилось. Но на табло, которое у нас в зале, оно идет, и там остается 30 секунд до конца. 7-2. Счет в пользу Паши и Крема. Ну и как-то мы видим, что представитель Азербайджана не очень-то горит атаковать. Вроде бы подготовил одну атаку, но этого, конечно, мало. Все. Схватка завершена. 7-2. Бронзовую медаль весовой категории до 125 килограммов завоевал Паша Экрем Карагулу. Поздравляем Пашу Экрема Карагулу с этой